какой стиль? Который тебе задавали. Да. Давай рассказывай. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе, том и днем и ночью кот ученый, все ходит вот с кругом. Дальше что? Я не помню. Значит, ты не учил. Все, удаляем Майнкрафт. Покажи, где он. Не надо. Все, давай, удаляем. Вот тут, не надо удалять ничего. Все, где корзинка сейчас? Вот я удаляю. Не надо ничего удалять. Все, я сказала, ты не учил, Стив. Эти квадратики твои уже надоели мне. Так, берем, берем. Алло. Привет, парень. Здравствуй, мальчик. Привет, парень. Ну, здравствуй, мальчик. Тебя как зовут, алло? Меня зовут Григорий. Как тебя зовут? Григорий, говорю, меня зовут. Ты живой? А, ну меня Алёша, а я Алёша, понял, да? Ты Алёша? Я знаю, а я Алёша, да, понял? Я понял, что ты Алёша, так ты Алёша? Да, я Алёша. Так, да. Чё ты за меня звонишь-то, зачем? Чё хочешь? Да, я Алёша, дурак. Я понял, что Алёша, ты звонишь. Я тебя приютить хочу. Давай вместе жить будем. А, Алёша, хочешь меня приютить? Какой у тебя ник, говори. Я хочу, у меня есть какие-то старые. Я не молчу. Ты глупый, что ли, Алёша? У меня ник зачем? Зачем? Чё зачем? Мой ник зачем? Я не знаю зачем, чё зачем-то? Так ник мой зачем? Я не знаю зачем ник твой мой ник. Зачем? Ну ник нужен для того, чтобы кол прописать. Зачем твой ник? Оттуда я знаю. Ник свой скажи. Ник нужен для... Так мой ник называется зачем? Я откуда знаю, зачем называется? Так ник мой зачем называется? Ты дурак или что? Откуда я знаю, зачем твой ник? Так нет, мой ник это зачем? Откуда? Так ник мой зачем? Фиг его знает. Зачем твой ник? Откуда я знаю? Ты мне скажи так, его и все. Так мой ник зачем? Напиши что-нибудь зачем? В чате. Напиши в чате 1, 2, 3. Ты какой-то тупой. Так видишь. Вот я написала мой ник зачем. А, у тебя ник такой зачем? Так мой ник зачем? Я написала один. Я просто не понял, да. Все, это что, понял, все, пишу кол, извини. Ты сам виноват. Давай, пиши там, колылы ко мне, ты по... Я тебе колылы написал. Все, я тебя принял, давай. Стой, мне не прислала. Да, как... О, а, я... Это кто? Никита Майн. А какой? Я Алёша. А ты где? А, вот ты. Я понял, что ты Алёша. Чё тут? Да, я Алёша. Да понял я, что ты Алёша. Я Григорий. Так вот, смотри, это маяк. Это маяк. Это мой маяк. Это всё я сам строил. Я не грифер. Нихера у тебя купол. Я чё-то, подожди, я не сразу понял. Да, это всё я сам строил. А чё у тебя там всё в алмазных блоках? Золотые. Красиво, да? Красиво, но чё-то... Так это я сам сюда бывал. Я всё купил. Я у креатива купил это всё. Подожди, может ты с кем-то живёшь, с другом каким-то? Так нет, я один живу. Один живешь? Ну красиво здесь, конечно. Да. Я даже. Тут что-то у тебя сломано, ты сделай здесь потом. Ладно, а ты в Assassin's Creed играл? Играл. На телефоне. Вот знаешь, там прыжок веры есть? Я знаю, что там прыжок веры есть. Вот смотри, вот становись вот сюда, это прыжок веры, и там вода в конце. Посчитай до 10 и прыгай, понял? А я если вдруг чё схвачу тебя, понял отсюда, давай. А чё, зачем мне даст твой прыжок веры? Прыжок веры. Так если ты там вода есть и под водой есть нажимная плита, понял? Если ты на нее наступишь, то тогда ты в регион добавишься. В регион добавишься с нажимной плиту? Нихера себе, я не знал. Ты даже да, это такой новый, это новый плагин сервера, понял? Чё, реально? Да, это новый плагин сервера, но ты мне веришь, да? Давай, прыгай. Так, еще раз, если я прыгну, я впишусь в регион. Да. Подожди, а как прыгать-то? То есть прям брать и прыгать через 10 секунд? Да, давай. Все, стой. Подожди, как я буду разбегаться-то? Все, раз. Я досчитаю до 10 и побегу. Раз. Да. 2, 3, 4, 5, 6, привет, 7. Никита Майн, привет, 8. 9. Ты чё, дурачок? 10. Слышь, чё такое? Слышь? Ха, лошара. Стой, сейчас я на воду должен упасть. Ой, я на воду упал. Ой, привет. Лам, пока. В смысле пока? Погоди, я чё сдох-то? У меня кит-старт пропал, чё-то весь. Так я тебя загрифлил, всё, пока, давай. Стой, куда стой? Я чё-то... Погоди, а я в регион не вписался, что ли? Стой, куда пока? Погоди, ты чё? Так ты не вписался, я тебя обманул, пока. Не понял. Эй, стой, куда ты пошел? Куда пока? Алёша. Так все, я у тебя вещи отобрал. Да какие вещи ты мне отобрал?
Нахера ты это сделал? Ты, подожди, я в регион должен вписаться. Кол. Так ты не вписываешься в регион, почему ты это не понимаешь? А ты... Так ты грифер, что ли? Ой, господи, ты какой же ты наивный человек, я грифер из сельского рю, а у тебя вещи отобрал. Ну, прими кол, я должен вписаться в регион сейчас. Почему же ты такой наивный человек, ты не впишешься в регион, я тебя обманул же. Да что ты за человек-то такой, ты знаешь, кого ты обманул? Да, тебя я обманул. Нет, ты понимаешь, кого ты обманул? Так тебя. Нет, ты обманул меня, правильно, да, но ты знаешь, кто я вообще? Ну ты обычный бомж на сервере. Ну зайди, попади на свой первый этаж. У тебя есть? Ну. Вот, у тебя тут сундучки да. Стоят. Стоят. Стоят, да? Эй, да ты чё, баран что ли? Чё происходит? Я не могу понять. О, эй! О, да нихера у тебя здесь. Яйца дракона, айфоны 6, протекшн и фигня. Да ты дурак что ли? Нихера ты здесь. Ты чё, откуда у тебя такие вещи? Слышишь, стой. Да, эй, да ты дурак что ли? Ты чё делаешь? Я не могу понять. Нихера. Уходи отсюда. Нихера у тебя. Ай! Да чё так откидывает? Уходи отсюда, это моё всё, ты понимаешь? Ай, да не бей. О-о-о, у тебя тут много чего есть. Айфон. Да есть много всё, уходи, да ты дурак. Ай, я сейчас сдохну. На. Да ты дурак, что ли? Ты понял, кого ты убил вообще? Да, я тебя обманул. Да ты дурак, что ли? Ты чё, админ, что ли? Я не могу я понять. Я админ, да, ты... Ты обманул меня. Я здесь работаю модератором. И слежу за людьми, которые гриферят. Ты попался мне, чувак. Да верни, я больше не буду. Ни хера я тебе не верну. Я еще сейчас кое-что сделаю с тобой. Ай, да ты дурак, что ли? А яблоко? Все, нет у тебя. Сейчас... Потом я тебя еще забаню вообще, прям сейчас. Хочешь тебя забанить? Нет, не бань. Все, я вышел, сервак, ты меня не забанишь. Нет, а хочешь ресурсы? Вернуть да. Обратно, чтобы тебе все отдал и отстал от тебя. Хочу. Тогда тебе все, нужно... я захожу на сервер, ты верни мне, хорошо, ресурс. Я тебе верну, ну погоди, надо, чтобы ты кое-что прошел испытания, Ники. Какие испытания? Так, у меня есть задание для тебя. Первое задание, какой? Ты должен поймать рыбу. Да подожди, я зайду на сервер. Давай, у тебя мало времени. Ты мне должен поймать рыбу, 3 рыбки. Давай, быстро. У тебя здесь, смотрю, пирс есть, или что это, я не знаю, что это за буровая установка. Давай я назову это пирс. Тебе мало времени, сейчас тебе... Ты где? Да у меня лагает, дурак. Я очень долго тебя ждал, уже день, блин. Ты где там был? Сейчас тебе брошу да все и забаню. Да у меня лагало, дурак. Вот, не смотри, надо меня банить. Иди сюда, хороший. Иди сюда, я тебе говорю. Вот, видишь меня? Иду. Да. Вот, держи. Тебе удочка. Лови рыбу, ничего. Давай. Три рыбы поймай. Чё, три рыбы поймай, давай. Тебе наказание, чтобы ты больше не гриферил. Давай, 3 рыбы. Я не могу, я не умею рыбачить, я не рыбак. Да мне не плевать, 3 рыбы давай поймай. Клевать должна. О, клюет, хватай. Уйди, ты рыбу спугиваешь. Да ты, я тебе сейчас бан дам. Да ладно, ты опять не убрал. Надо. Ты опять убрал. Я сейчас забаню, реально. Все, пишу бан. Бан? Нет, 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 все, я ловлю рыбу. Хотя да бабу, ты дурак, она не клюет. Надо, чтоб клевал. Да ты нахрен убираешь, жди. Слушай, отошел. Для тебя есть другое задание. Хрен с тобой, с рыбой. Другое задание. Ты должен со мной поиграть в пейнтбол. Быстрее, написал. Тигру. Быстрее, игру, иди на спал. Пиши ПБ Джойн. Вон ты стоишь. Давай. Твоя задача победить меня, слышишь ты? Ты стоишь на месте. Да. Так я не стою на месте. Ты стоишь на месте, придурок. Ой, сейчас, у меня отлагивает все, подожди. У меня все начинает. Все, ты проиграл. Ты проиграл, все. Я не проиграл. Да ты дурак. Да что дурак, ты не проиграл. Бань. Да ты проиграл, не все. Бань. Вот сейчас еще одно будет задание. Паркур, смотри. Вот здесь есть паркур. Иди сюда, в этот портал. Сюда быстро тебе говорю. Вот портал, ты дурак. Ай, у меня все, я паркурю. Ай, да это невозможно, дурак. Да ты кривой, если кто виноват. Сейчас бан получишь. Все. Да я не могу паркурить, я не умею. Все, ты не прошел ни одного испытания, ни одного ты не прошел испытания. Ни да одного. Как ты туда все, не пиши, долетел? Пиши, пойдем к тебе домой, ты ничего не прошел, пойдем к тебе домой. Так ты... нет, не знаю. Все, не, сейчас с тобой будем решать судьбу, пойдем домой. Все, следишь за своим домом, да? Ты прошел 3 испытания, ты получаешь вознаграждение. Я не буду тебя банить, я все-таки держу свое слово, банить я тебя не буду.
Ну, кое-что будет. Да, хорошо. Вот так вот мы оставим. Эй, да что сделай, не могу понять. Верни все быстро. Вот, значит, у тебя дома нет. И у нас на сервере есть специальная акция. Называется «Попади в тюрьму». Сейчас мы тебя засунем в тюрьму. Какую тюрьму? Я не хочу быть зэком, ты чё? Нет, опа. Я чё, зэк теперь, что ли? Ты должен быть в тюрьме, да. Вот, зачем? Зачем тебе в тюрьме? Сейчас мы напишем. Так ты... Я не хочу, чтобы на меня смотрели, как на зэка. Все, уходи. Не-не-не. Сейчас мы напишем. Синоспаун, тут грифер в тюрьме. Пускай игроки знают, что ты здесь. Не надо. Все, вот ты в тюрьме. Все, тебе конец. Все, чувак. Пускай все смотрят на тебя. Пускай знаешь, что ты такой... Ты дурак! Да, я дурак. Любим стих. Какой стих? Который тебе задавали. Да. Давай рассказывай. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе, том и днем и ночью, кот ученый, все ходит вот с кругом. Дальше что? Я не помню. Значит, ты не учил. Все, удаляем Майнкрафт. Покажи, где он. Не надо. Все, давай, удаляем. Вот тут, не надо удалять ничего. Все, где корзинка сейчас? Вот я удаляю. Не надо ничего удалять. Все, я удаляю. Не надо. Все, я сказала, ты не учил стих. Да чё, зачем? Да не надо. Эти квадратики твои уже надоели мне. Да чё, не надо, всё. Всё, пока мне Майнкрафт удалили. Пока? Ты... Ты всё, что ли, пропал? У тебя нет Майнкрафта? Мне Майнкрафт удалили, из корзинки даже. Алёша, что ж ты, как же ты жить теперь будешь, если Майнкрафт удалили? Алёша, что ж ты стих... Ты дурак, я из-за тебя стих не выучил. Да что ты стих-то не выучил? Алёша, у лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе том. Все игроки уже знают, что ты грифер. Ты уже прославился, чувак. Все это знают. Да ты чё, меня снимал, что ли? Кто тебя снимал? Да, я тебя снимал. Тебя Майнкрафт удалили. Я просто начинающий ютубер, у меня канал есть. Я хочу тебя заснять, поэтому, в общем, это пока... Только мой ВК не пали, понял? ВК мой не пали. Да мне... Скайп мой не пали. Мне не нужен ты абсолютно. Да у меня подписчиков 20, так что не переживай. Все, пока, чувак, спасибо, что подарил... Да, даже лайков почти наберется на видео. Все, до свидания, спасибо за стишок «Лукоморья дуб зеленый». Ты меня не разбанил? Я тебя и не банил. Какая разница, у тебя Майнкрафта нет. Вытащи меня из тюрьмы, дурак. У меня в эндерсундуке вещи остались. Не, я тебя не вытащу. Все, пока. Все, пока. А на сколько ты меня... Да навсегда, все, пока. Кстати, ребята, дорогие друзья, я построил тюрьму, то есть не я, мы с своей командой. Здесь реально тюрьма, он не может использовать команду, он здесь всегда будет находиться. То есть здесь люди только туда попадают, как-то непонятно, видимо, ему очень интересно. В общем, заходите на сервер, играйте с IP в описании ролика, и вы сможете увидеть всегда грифера. Что ж ты мне звонишь-то? Не нужен ты мне. И вы всегда сможете посмотреть на грифера, обозвать его, обосрать, закидать его помидорками, я сюда добавлю еще помидорки. Поэтому заходите на сервер, все сами увидите. Спасибо всем за внимание. С вами был Сержу, грифер здесь. Всем пока.